Но даже в дождик поехали, поснимали. Потому как давно мечтали именно в дождь поснимать американские грузовики. Потому как, ну вот, пожалуй, в Голливуде-то их снимают. Красиво. А мы сделали, ничуть не хуже. И порадовались. По баранке, я бы сказал, в идеальном состоянии. Кое-что, кое-где, ну чуть-чуть, маленько. Но тем не менее, просто проехало 703 тысячи километров. И я не знаю, кто здесь ездил. Может быть, даже люди абсолютно не курящие, просто запах специфический, чистого Volvo. Насколько популярны эти машины сейчас становятся в России? Ну, я скажу. Мы, наверное, очень хорошо подняли американский автопром. Потому что все буквально на трассе сейчас пересаживаются на нормальные американские носатые тягачи. И, ну, в этом смысле Китай никогда рулить не будет. Потому что? Потому что в Америке машина, которая откатала определенное количество лет, а все они проходят через лизинг, разумеется, потом, ну, списывается, продается по остаточной стоимости. Дальше люди берут новую машину. В России, конечно, брать американского тягача с нуля — это несколько разорительно даже для бюджета очень крупной фирмы. Но поскольку машины ездят в Америке как аэробусы, а в аэробусах вы все летали так же, как и в Боингах, ну, сами посмотрите по состоянию автомобиля. То есть, ну, определенное время прокатилась машина, и хватит. Что касается того, как удобно эти машины оборудованы и как они ездят, ну, вот для удобства оборудования данного конкретного Volvo и для того, чтобы его эксплуатировали в любых условиях, в том числе и гололед, в том числе, если вы даже летом поедете на север, а необходимость такая иногда присутствует, то и в грязи вы не засядете, потому что можете включить блокировочку и все. Разумеется, эти машины полностью оборудованы, и интерфейс, который расположен сзади, при подключении хорошей фуры позволяет использовать как EBS, EBD, так и ABS. Ну, то есть машина по управляемости и по тормозным характеристикам, ну, это вам не КамАЗ-то точно, который блокируется тупо, блин. Телега протормаживается, так что на асфальте остаются куски резины. Здесь такого не бывает. И даже если вы поедете в горы, и даже если что-то, а вот есть такой парашютик, то есть, ну, можно подтормаживать. Но этим должны пользоваться только опытные водители. Ну а раз это Volvo сделанный для Америки, поговорим о американских тягачах этой серии. По сути, они называются Volvo VNL64T. Это серьезные агрегаты, по сути. Но маленький нюанс. На таких агрегатах лучше ехать по асфальту. Ну, понимаете, нижняя кромка бампера, и это не для машин, работающих в других условиях. Хотя у Volvo есть и такие агрегаты. Они работают с 1996 года и по сей день. Производятся они в New River Valley, то есть по-русски это долина новой речки. Клево, да? Американцы вообще клевый народ. И в Дублине. Ну, давайте еще в Москве. В Вирджинии. Подразделяются на сверхтоннажные трактора класса B. Естественно, это слиперы, ну и так ясно, и в данном приводе. Но есть два варианта, либо это одна ось, я таких не видел, либо это, как здесь, две. Платформы от двигателей 630, 660, 670, 730, 780 и 880. Теперь движки. Caterpillar, Cummins, Detroit, Volvo. Коробок ставится аж 12 разных, то есть вопрос ремонта. То бишь, такую машину лучше брать для нормального водителя. А с этим, господа, я обращаюсь к вам.